Ладно. Ладно. Проверьте, что там все хорошо. Что происходит вообще? Он опять не с того. Не с того берет микрофон. Ну-ка. Короче, великая абсолютная игра, которая... Великое приложение, которое... Ладно, в общем, она перестала снимать микрофон на чувство. Абсолютно, я не могу, знаю, не знаю. Вот сейчас. Не воспринимает она микрофонный шнур. Да и хер бы с ней. Ладно. Отлично, отлично, просто отлично. Я тормоз влево, вправо. VR и Dev. Сложность графика по текстуре. Сука, какой даун, а. Понеслась. Привет. А, вот здесь, короче, раньше был дом. Ага, понятно, он прогружается. SSD была ошибкой. Это иконка из GTA. Дом из GTA, они дом из GTA украли, блядь, сука. Они украли дом из GTA. Ладно, хорошо. Так. Я разбежался, ударился об стену и умер. Ну-ка, повторим. Да! Так. Ладно, пока что даже лучше, чем... Forza Horizon. Хорошо, понеслась. Блять, блять, блять. Все очень хорошо. Так, где мой дом теперь? Сука, меня зареспили в больнице, а мой дом где, не знаю где. Блять, так. Иди сюда. Иди сюда, твою мать. Ой, отлично, отлично. О да. О да. Все потому, что у него была плохая стрижка. Ништяк, ништяк. Так. Так. Хорошо, хорошо. Сейчас я поставлю так экран, чтобы можно было читать, что вы пишете. Если я смогу его подвинуть, я не могу его подвинуть. Что? А нет, смогу чуть-чуть. О, замечательно.
Нет, не замечательно, она плохо обрабатывает мышку. Геймпад я не могу включить. Вон пила светится вдалеке. Пробую удариться о пилу. Нет, о пилу удариться нельзя. Ну, здесь есть хавок. Это четвертая глава Phantom Pain. Так, понеслась. Надеюсь, что здесь, блять, по правой стороне дороги. Литовский газик розового цвета, который ведет панк с иракезом. Кого-то из разработчиков. Счеты с ментами. Нормально, через ПЦФ делают тени. Так в играх делали. А то вон солнце двумерное. Ладно, нормальная игра. Так, я пытался найти. Камера назад, скоро. Понятно. Понятно. Я пытался найти. Камера назад нет, действительно. Я пытался найти радио, но радио тоже нет. Есть только бесконечный мусорный пляж. Судя по всему, не просто русик ездят. Игра сделана русскими. Да, сейчас я. А, у меня есть нитро включаю, нитро не работает. Можно, возможно, надо сжать на него сильнее. Такого современная техника не ожидала. Так, я пытаюсь найти этот трактор и поймать.
Судя по всему, им не очень хорошо, всем этим людям. Совсем нехорошо. А, не спавнится прямо тут. Не спавнится прямо тут, и вообще никаких пределов усиления этому нету. Какая великая игра. Это вот Волга, у которой... которая обвешана под Destruction Derby, видите? Это вот Волга просто. На нее вон там... Так, ладно, я не могу зайти ни в, ну, ни в одну машину. Вообще ни в одну. Номеров нет. Да, твою-то мать. Это зона 51, здесь машины рождаются, а здесь же они умирают. Ладно. Ладно, попробуем. Нормально вроде. Ладно, тени есть, деревья есть, что еще нужно играм в наше время? Живность какая-нибудь. Здесь крокозябры еще бегали, вон кран какой-то стоит. Водопады опять же. Не знаю, рулить, по-моему, двигая руками, это 19 век какой-то, блин. Слушайте, блин, у них низ машины пририсован. Вот в Forza Horizon не пририсован низ машины. А в игре Modout Open City пририсован низ машины. Вон у них. Оси есть. Так, ладно, это вроде нормальная часть игры. Какой анонс, вон, видишь, безумный Макс поехал, мы сейчас будем его грабить к чертям. Стой, стой, зараза, это моя машина. Это пенсионер Василий Пупкин. Приехал на своем грабе через всю пустыню. Вон он едет. Сука, нет, все, стоять. Это единственная машина с номером во всей игре. Стой, иди сюда! Сучара! Стой! Блять! Плюс 7 нитро! Вот так да! Вот это да! Наконец-то у меня есть плюс 7 нитро! Если покорю Лос-Сантос к чертям просто! Сейчас мы поедем на любимое место, где мы познакомились с моей коровой. Это очень романтическое место. Но тракторы в этой игре, конечно, лучше, чем все остальные способы передвижения. Чтобы можно было подцеплять всех остальных. А это не закат, самое смешное, что в файлах игры это написано down, то есть dawn. Это заря такая. Сука, нитро из выхлопной трубы на крыше. Вот, вот я что хотел вам показать, смотрите. Вот оно. Чёрт, а я могу? Нет, не могу.
Сейчас, секунду. У нас возникли технические неполадки. Ай. По уровню веселья, конечно, эта игра близка к Джаскозу. Сейчас мы включим, наверное, ночь. Нет, это не файл игры, это вот. Я могу поставить, например, дождь. Давайте посмотрим дождь, как он где-то. Кто-то дождь, если вы никогда не видели дождь. Самое время, блядь. Это он и есть. Ну, чисто Петербург. Тут забыли полигончик нарисовать. А, это не забыли нарисовать, но он поздно нарисовался. Ну ладно. Иди сюда. Сейчас мы будем бить милицейский газик. Полицейского газика открывается кашка. Даже обезьянник сзади. Ладно. Вообще, в этой цветовой гамме игра очень стала похожа на Моровинд. Саундтрека нет, потому что не допилили. Тут есть мастерская по ремонту тракторов. Я не знаю, стоит ли туда ехать. Вы уже все. Хочу дрифт на тракторе, конечно. Дрифт на тракторе получается нормально. Токийский. Ну-ка. О, да. 100 машин. Сука. Развал схождения. Ну вы сами включите, какую нужно. У меня демократический стрим. Сука, трактор не может зайти на развал вхождения, потому что это трактор. Для тех, кто пропустил начало стрима, показываю, как работает эта игра. Ты бежишь в столбик, падаешь и умираешь. Примерно так. Показываю еще раз. Это человек, посмотревший конференцию Apple сегодня. Завидуйте ему. Ладно, пора завести великий трактор на техобслуживание. Я думаю, всего можно добиться. Сука, у него регенерирует нитро. Кто бы знал. Нет. Нельзя. Так, поехали. Нет, все-таки нельзя, извините. Кажется, я видел его лицо. Это было лицо человека, повидавшего все. Город, я не знаю, как называется. Есть Fire Station, давайте попробуем украсть пожарную машину. Которых в этом городе нету, потому что у них нету финансирования. Очевидно, город русский. Где моя турбо, блядь? Сука, ну это точно, это Лос-Сантос. Вот это вот точно украдено тут. О, неплохо. Ну, в целом, физика, если вы будете смеяться, конечно, но физика вождения здесь лучше, чем Sleeping Dogs или Saints Row 2. Правда, машины дрифтуют больше, чем там. Сука, вот это вот прямо из Бурнаута штука. Там такая была. Самое странное, что чем меньше полигонов в кадре, тем больше игра тормозит. Прям скайбокс отключается. Нормально, в принципе, я этого ожидал, конечно. В принципе, я могу устроить битбокс вместо радио здесь. Но я не думаю, что у меня получится хорошо. Давайте переключим. Вот это ХДР.
вообще да. Вообще я взял очень невысокие рубежи для покорения физики вождения. Сука, туман? Это туман? Так это Final Fantasy, какие-то духи в городе черные. Ну, игра великая. Так, только это. Я нашел. Кажется, если едешь не на тракторе, у тебя есть гонка. Я предлагаю поучаствовать в гонке. Авторынок. Ну, вот на уровне Just Cause 2, а в третьей я не играл. Сука, куда мы едем? Где чекпоинты? А, вон они. Поехавшие, совершенно поехавшие люди. И музыка есть. Нитро, пулемет, ракета, да? Все. Да что ж такое-то? Чуть-чуть Марио Карт даже. Сука. Вепани. Бейз. Нос. Блядь, где машина? Великая игра, великая. Этот бронзовый нос мне понравится. А-а-а! Я пока не знаю про приклады. Я пока вот... Сука, у копейки поле силовое было сейчас. Выход в окно? Серьезно? Здесь есть выход в окно, как в Saints Row? Извините. Я перемудрил. Ну, в общем-то, для этого можно было не играть, чтобы... Да, приблуды остались. Ну-ка, попробуем сделать еще один выход в окно. Так, не получилось, немножечко, оказывается, нельзя их вперед. И музыка осталась, заметил. Музыка, да, музыка важная часть. Так, какой-то значок появился у самой машины. Мне кажется, нужно на него съездить. О, да. На уровне Mad Max вообще все. Смотрите, как я прыгаю под музыку сейчас. Ой! Так, у меня зодиак. Зодиак мне говорит, что в эту игру я поиграть смогу только когда усилюсь. Но уже очевидно, что PS4 людям не нужна. Им нужна эксклюзивный медал. Здесь светофоры есть, вот ребята делали в игре светофоры, блять, вот представьте. Ну-ка, о да!
военной больнице красногвардейской. Так, выйдем-ка. Или как уровни из МГС 5 недостроенные, блять. Я сложился с лестницами, как у Лавтрапа. Так, и они кончились. Самый ответственный момент, лестницы кончились. Есть ли имя этого зла? Науке неизвестно. Возможно, до лестницы, до крыши придется доплатить. А падение с пятого этажа для него не так фатально, как разбег в стену. Это никогда не перестанет меня радовать. Интересно, они что, они сделали специальный стопор? Да, на Vice City тоже похоже. То есть, а некоторые стены он не бьется, то есть, у нормальных стен, видимо, в игре есть какой-то механизм, который мешает им делать вот так. Музыка сменилась. Так, а это пикапы остались. Пикапы остались вот так вот. Или это эффект спавна машины, я не знаю. Секунду, мне надо сохраниться. Так, ладно. Это было просто. Сука, а машины-то нет, я ее проебал где-то. Ничего теперь. Блять, они не убирают все это говно из гонки. Даже когда ты умираешь, не перезагружает уровень. Ладно, мы почти всю игру исследовали, кроме одного значка. Сейчас мы туда поедем. Сука, он поворачивал и въехал в дерево, что ли? Там вот позади машина стоит. Чтобы понять, какой. И Virtual TV включим, господи. Не знаю, что это. Это же не может быть чем-то плохим, правильно? С таким названием. Думаю, это место призыва духа. Колеса! Починить! Выход в окно! Всегда выбираю выход в окно! И остальное просто не имеет никакого смысла. Да зайди в машину! Зайди, пожалуйста! Я просто хочу заехать в СТО. О, она двигается как в старом GTA. Я знаю, что нужно, подожди. Прессингуй. В общем, еще, конечно, проблема в том, что я играю на ВСД мышке. Мышка на диком сенсе, потому что это чертов тейзер. Так. Хорошо.
Да сука, это что, это как... Я где вообще нахожусь? Я хочу написать PS4K, но я не могу написать PS4K, потому что... Я не понимаю меню прокачки, это что такое вообще? Винил один. Вы видите винил? Я ни одного... А, я вижу винил. Сука, что такое Under Over? Вы что творите? Я ни хера не понимаю. Видимо, у этой машинки нет настроек. Да я думаю, не поможет починка тут. Может, но я не понимаю, как построить... в общем, я понимаю, что черный на черном, я не понимаю, как мне сменить цвет. Вот я нажимаю на него 40 раз, он... Enter надо нажать. Попробуем желтый. Так, да? Если вы видите разницу, пожалуйста, напишите мне. Гросс вместо глосса тоже не буду, знаете. Где он их пишет? Где он пишет такое? О, вот слои. Короче, я нашел слои. В первом П. Цвет выберем. Черный. Я не знаю, я пытаюсь тюремные винилы, подождите. Я не уверен, что эти люди, которые создавали игру, они знают значение слова винил. Пошарпанная машина просто. Тут явно вон вот разные слои, да? Они как-то... Как-то... П... С... 4... Где-то должно быть, да? Нигде нет. Ладно, попробуем хотя бы машину колеса поменять. Да вы смеетесь, да? Но я не понимаю, как место на машине выбрать, извините, я попробую потом как... Потому что я тупой. Я ждал. Драйв-клаб тут точно отсасывает. Нет. Сука, это что, еще один? Еще одна машина с... Ну, пока что все идет по плану, нет? Нет, не похоже на это. Лизинг зато есть, блять. Ничего нету в игре, а лизинг есть. Бежишь об стену лизинга и... Блять, что такое происходит? Ну, почему это сплошные зарубежные машины? Где Жигули-то, блять? Где тракторы? Сука, вы охуели, что ли? Давай уже, как ее купить-то буду?
гонки тоже сбились, поэтому мы застряли в гонке. Поэтому не включается ничего. Что такое? Серьезно? Да и... Да твою там мать, здесь сплитскрин есть. Да, сплитскрин на 4. Сука, мне дико нравится, как у них есть газики ментовские, все время разные расцветки. То розовый, то оранжевый. Это великая правда жизни. Гражданская... Блять, да что такое? Гражданская позиция людей, делающих игру. И вон, через кресло моя спина видна, потому что это киберкресло. Я слился с ним. Короче, он потерял предел, теперь ездить через все. Пора заканчивать эту игру. Спасибо всем за просмотр. Я не могу дальше продолжать ее, потому что она сломалась. Джойстик маппинг зато есть. До свидания.